Мы из города Ровно, с Украины. Мы с мужем имеем 9 детей, 3 сына старших и 6 дочерей. Нам очень было хорошо. У мужа была фирма своя, он занимался деревом. У нас было 40 сотых, ну, огорода, дача была, мы занимались огородом с девочками. Все как бы хорошо было. Мы не верили, что может такое случиться, что может быть война. Было очень сложно решиться выехать. Ну, это родина, это дом. И решиться расстаться с этим, оставить и на непонятное время. Здесь тоже очень добрые люди. Очень много сделали добра. То, что мы сейчас имеем, это волонтерские организации, израильские, они очень-очень с таким большим участием, с пониманием ставились к нам, и сделано очень много добра. אני דן מ-GNF-UK. הוועד המנהל שלנו החליטו שהם צריכים לעשות משהו כדי לסייע לפליטים שהגיעו מאוקראינה לארץ, לתת להם אמצעים כדי לרכוש ציוד בסיסי. המשפחה שכרגע ביקרתי פה, יש לה סיפור מופלא וקסום. אבא של לידיה הוא חסיד אומות עולם, שהוא הציל יהודים בזמן השואה. ועכשיו היכולת שלנו לסייע להם בעזרת העם היהודי, מהתפוצות ומהארץ, הוא כבוד גדול. ובעצם סגירת מעגל.